Привет, я офицер полиции Брайан Тейлор. Это мой напарник. Офицер Савалов. Я в одних трусах, чувак. Да ладно, иди сюда. Я же в трусах. Да подумаешь. От автора сценария фильма «В тренировочный день» мы отправляемся на патрулирование. Самый крутой отряд полиции Лос-Анджелеса. Гордитесь своей работой, ребята. Есть, сэр. И форсаж. Вижу его, вижу. Уходит. Прижимай, прижимай. Есть. Походу, ребята, вам нужна развлекуха. Догонялки до войнушки. Я только за. Жопу все-таки берегите. Мы одна большая семья. Братюнь, я люблю тебя. Жизнь за тебя отдам. Здорово, напарник, зацени. Дочь, это вообще так круто. Главное, чтобы с копами не встречалась. А лучше вообще ни с кем, никогда. Код 105, пересечение 17 и 52. 13 принял, выдвигаемся. Че там у них? Бабло, стволы, наркота. По-английски или испански, говорите? Сдохни! Цел, приятель, порядок. Нихера себе. Золотишко больше, чем у старой вдовы. Они были самыми крутыми легавыми. Чё-то он там замышляет. Ты не детектив. Иди за мной в дом. Полиция! Твою мать. Пока не перестарались. Осторожнее, вы наступили змее на хвост. Она укусит в ответ. Думаешь, я не понимаю, во что мы вляпались? И не попали в черный список наркокартеля. Руки за голову, живо! Этот картель действует самостоятельно по совсем иным правилам. Номинант на премию «Оскар» Джейк Джилленхол. Так почему тебя зовут Большое Зло? Так оно ж не маленькое. Майкл Пенья. Ты же брат мне. Если что, детей твоих буду растить. Брат, вас винит, слить вас решили. Конкретно. Мы же копы, нас всегда хотят слить. 13-й на связи. Преследую подозреваемого. Слушай меня. Подавляем их огнем. На счет три выпускаешь обойму и бежишь. Раз, два, три. Пошел, пошел. Патруль.